честь из единоборства, по крайней мере, соперник в отрыв не сжал. Карлицкий, Варламова. И останавливает арбитр встречу, потому что кто-то из Витязей травмировался на синей линии. Видимо, повреждение довольно серьезное после столкновения с Доникой. И нужны носилки. Сергей Леснухин боролся с Виртаниным. В 2013 году команда может выигрывать, и тем не менее пускает нить игры и терпит поражение.